И понеслась. Короче, если вам нужен нормальный претрен, идите в лес, ищите мухоморы и жуйте мухоморы. Когда я сказал до горла, каждый подумал в меру своей спорте. Я помню, про подтяг. Вот так отдыхают по золотому стандарту. Друзья, всем привет! С вами зожник-физкультурник Алексей Шредер, клуб You Can Gym. Сегодня толпа народа у меня, здесь будем зарубаться. Надеюсь, все останутся живы. Так, где Яков? Вот, Яков, канал True Gym, менеджер Вячеслава Дацика. Как ты справляешься? Ой, как ты управляешь? Я услышал ответное слово «зарубаться». Да, шлем, перчатки есть. Сейчас ты будешь управляться как раз и научишься. Сегодня я должен им управлять. Да, да, да. Это неуправляемый чел. Друзья, Вячеслав Дацик. Также здесь Михаил с канала «Твой тренер». Нет, тренер просто. Просто тренер. А, тренер. Также Николай, он же Коля. Да, вот там он сидит, здоровый парень, тоже боец из бойцов Якова, скажем так. Он просто менеджер, да? Ты да, менеджер? Менеджер, да. У Коли тоже, да? Да. Ясно. Значит, боец Слава, боец Коля, еще какой-то боец. Серега. А Серега? Юра, да? Его еще. Где Миша, Юра? Шредер, будем зарубаться. Вот еще известный, Вячеслав. Еще известный боец, вот сними. А мне перчатки. То есть сними вот еще, известный. Боец. Еще известный боец. Здравствуйте, я известный боец. Ну, а имя, наверное, не нужно было называть. Да, ну, известный же. Точно, красава. Ладно, друзья, сейчас мы будем разминаться, будем зарубаться. Но для начала, здесь ребята какую-то химию принимали, я все видел. А у меня есть от Эвалад крутые штучки перед тренькой. Эль-аргинин и бета-аланин. Вы такое не принимаете, да? Принимаем, я принял сейчас бета-аланин. Классно, классно, знаешь, что от бета-аланина мне нравится? Пощипывание? Да, пощипывание, да. Как будто бы ты выкатался в стекловате, как в детстве. Не, мне вот иногда, когда по голове идет, уже понятно, что начинает действовать. А вообще бета-аланин для усиления силовой выносливости, для ускорения восстановления? А у Валара он очень рабочий, сразу чувствуется. И эль-аргининчик. Для того, чтобы помочь сердцу толкать кровь по сосудам. И капилляры немножко расширяются. И как оно чувствуется, что действует, когда ты принял нормальный эль-аргинин, тебе становится жарче, теплее. Да, немножко больше потеешь, но ты такой горячий становишься. И пампишься больше. Тоже восстановление. И в целом эль-аргинин даже полезная штука, кроме тренировок. Не знаю, ребята принимают такие штуки или нет, у них какие-то дикие там вещи перед тренировкой. Но у меня вот такой претрен от Эвалар. Бета-аланин плюс аргинин. И понеслась. Короче, если вам нужен нормальный претрен, идите в лес, ищите мухоморы и жуйте мухоморы. Ужасный человек. Кровь молодых ребят. Так, зачем он делает советы, а сам не ешь мухоморы? Ты не ешь. Какая гадость. Слушай, давай сначала по кроссфиту подтянется, а потом по золотому. Да, да. Не, наоборот. Пока сила есть, то по нему. Он по золотому один раз сделает. Ну, может я недооценил его, я не знаю. Смотри, Слайд. Сыночка, снимаешь? Да. Друзья, сейчас проверим Славу Дацика в подтягиваниях по золотому стандарту. И не только его. А, кстати, вы, друзья. Я покажу технику. Напомню, Слайд, смотри. Ровное тело, не дергаться, ничего, ноги сложил так вместе, как солдатик, вот так за горло, раз, и внизу короткая пауза, ровно, оп, видишь, до шеи я подтягиваюсь, вот, опустился, пауза внизу, если начнешь дергаться, там, ну, типа, такого нельзя, и обязательно до горла, пауза внизу, я считаю, сколько сделаешь, столько и красавчик. То есть, за счет бороды, можешь до шеи не дергать, может, бородой просто на нее ложиться. Так чего же мы ждем? И смотрит так на меня, как будто сожрать хочет. А я тебя потом съем, кстати, по тряпку. Слазь, золотой стандарт. Давай, давай, выше, высоко, высоко. Выше еще, два. Давай, давай, высоко. Три. И на турник там. Оп. Давай, давай, высоко. Четыре. Давай. Ноги сделаем. На своем месте. Десять раз давай. Не золотой стандарт, но будем считать чистое подтягивание от Славика. Шесть. Давай, давай. Давай еще три. Ноги вместе. Оп. Еще выше, выше. Золотой раз еще давай.
Дерешь, последний, давай чистый сделай прям. Давай выше, выше, выше. 10. 10 не золотой стандарт, но более-менее чистое подтягивание. Не, слушай, нормально. Да, хорошо. Хорошо. Нормально, более-менее. Не, я не ожидал. Ну, бля, Слава в жизни не подтягивался. Он хоть рассказывает 200 раз там подтягивался, но не делал. Каких 200? Я 80 раз я был давно не прав, 2007 год. Я не верю вам. Не золотой стандарт будет, а известный стандарт. Известный? Нет, надо золотой, надо стараться. По идее, у меня рука просто сломана. Так что подтягивание это не должно влиять. Да, это нажимов лёжа может мешать, но на подтягиваниях не должно. Нам рассказывается. Я как-то аккуратненько. По золотому? Да, по золотому. Нет, ты магнезии сделай руки сначала, магнезии руки сделай. Вот, как они фиксируют, что она вот так по сторонам разлетается. По-моему, она только какой-то... Не-не, а попадать руки не будут. Сильнее надо, так тебе. А как зовут твой бойца? Юра. Юра. А, не знал? Известного бойца я не знаю. Не узнал, не рад? Не, не узнал. А ты просто бойцов не знаешь? Он только смотрит, просто Кукотского знает. Нет, я просто топ-дог, я не смотрю. Я смотрю там К1 старые, вот эти все обзоры ММА. Есть такой канал Эра ММА. И, ну, другие. Там в основном старые штуки. Вообще легче будет, да. Да, мне по-разному легче. Хоть так могу. Итак, внизу вешу, вверху вешу. Ноги вместе сложить. Все, теперь до горла. Чик, ровненько. О. Ой, блин, как раз. А это я еще со сломанной рукой. Да не говори, не стой. Вот пауза. Три. Стараемся ноги держать вместе, далеко вперед не выводим. Четыре. У меня цель сделать больше, чем Слава. Пять. Все, не разговариваем. Ноги выпрямить. Шесть. И держать их вот так ровненько до конца. Семь. Ну хорошо, до горла идет. Давай, давай. Тихо. У кого что умеет? Руки перехватывать до конца подхода нельзя. Можно будет очень быстро, когда я буду держать руки. Я очень хорошо подтягиваюсь, когда смотрят люди, когда есть девчонки. Мне тут ничего не понимаете. Тут все условия для меня. Сколько? 12, давай. Сам говори. Моя любимая цель. Да давай делай. Давай, давай. 20 раз давай. Держать руки. Давай. Всю. 13. У меня этаж 13. До горла хорошо. Я помогу больше. Когда я сказал до горла, каждый подумал в меру своей спорции. Я подумал, ты про подтягивание. Давай подрежем стандарт. Раз, два, давай, три, давай. Четыре. Молодец. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, стандарт. Одиннадцать, двенадцать. У Сары что так засчитывается? 14. Чё? Юра, я это сделал! Юра, он тебя сделал 14 раз. А чё это за рыжий стандарт? Ты сам его придумал? Конечно, только что. Тогда придется это решать в спарринге. А у меня есть это замена, если что, меня. Раз. Пауза внизу, надо продвинуть и повисеть чуть-чуть. Три. 4, 5, сейчас я остановлю, секунду, вот, 6, раскачиваться, ровненько, 7, ноги ставят. Бля, Лёша, такое это, я не могу сказать. А что? Мы видим еще молодые залы, когда... А как научить людей подтягивать? Разрешать им все, что ли? Вот ноги уже сгибаются, все, надо ровно, ровненько, как солдатик. Как солдатик. Не надо, это потому что он дорог славы. Ты че, Слава? Мы хотим тебя пригласить на тренировку по боксу, короче. Чтобы мы там говорили тебе. Расслабься, ножки поровнее, там нормально. Сейчас на золотой стандарт спарринг со Славой. По золотому стандарту. По золотому кумполу, да? Коля говорит, что не может подтягиваться, потому что при вытянутой руке у него там болит. Ну ладно, он сегодня в силовых дисциплинах поучаствует, подтягиваний нет. А сейчас проверим Мишу. Мишу с бойцовского канала «Тренер» по золотому стандарту. Так, руки. Без разницы как? Ширина средняя, раз там уже, это твоя тема. Смотри, до конца подхода нельзя перехватывать руки. Взял, ноги так. Раз. Пауза вверху не нужна. Два. Слишком высоко. Пауза вверху не делайте.
вторая часть. Внизу закопала. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Давайте чуть повыше. 12. Давай, давай, тяни, тяни. Вот, 13. 14. 15. Слишком лицо не запрокидывай. Это в конце уже хочется сделать. 16. 17. Препятствую желанию рывок сделать. Давай, давай. 17. 18. Ну, может, 18. Я... 18. Да, ладно, потом. Я сейчас все записано. Не, но в любом случае ты больше известного бойца сделал. Да. Нет, я немножко силы хочу оставить, чтобы с весом попробовать. А это прикол, что он известный боец? Нет, нет, именно Рябой очень. А как фамилия? Рябой. А Любой? Рябой. Рябой? Любой. Любой? Любой. Любой бойцовый. Не, ну они могут прикалываться. Не, Рябой, да. Рябой. Как курочка. А что, реально это в топ-доге, да? Или там много кого победил? Я просто не в курсе, извини. Знаешь пулеметчик? Да, пулеметчик я знаю. Победил. Знаешь Илья Сверкубов? Проиграл. Я что-то слышал, но не проиграл. Руку сломал на Ильясе, как раз у меня рука сломала. Как долго? Как долго руку сломал? А в голову, надеюсь, а? А ты что? Ну мало ли. Типа, падал, руку сломал. Вылетал из клетки, руку сломал. Если хотите дожить до 50 с нормальными руками, лучше так не делайте. А кстати, ты лучше будешь мечтать промазать удар. А борьба на руках, не хочешь? Давай, позапушивайся. Все, а то Яков говорит, нельзя, нельзя. Слышал, что он сказал? Говорит, можно зарубиться. Отлично, зарубиться на руках. Если сломаешь, будешь себе сюда сказать. Да? Короче, если... Соли Томпсоном. Каким Томпсоном? Соль. Соль? Соль ли имя? Соль. Какой-то боец, я понял. Не, не хочу. Там Соль и Томпсон. Не хочу. Знаешь почему? Я не готовился. Так бы изи, конечно, но я не готовился. Ой, дурак. Мне, наверное, удобнее будет для золотого стандарта одну гирю полтос взять, чем... Ну да, одну и возьмем. Потому что золотой в идеале нужно, чтобы гиря спереди висела. Смотри, вот так. Вот спереди. Вот. И ты самое главное говорит, ноги ровно. Вот так. И до конца расслабился. Вот что мне не нравится Полёша, по нему хер поймешь, тяжело ему или нет. Он всегда начинает с одинаковым лицом делать. Друзья, пока тренировка в разгаре, примем L-глютамин от Эвалан. Ну давай, дозвитесь. L-глютамин в моем рационе БАДов. Это номер один для восстановления и поддержания иммунитета. Давай. Всегда а на тренировке где-то, ну, типа колпачков знаю, пару штук. Не, ну так он больше выглядит. Я тебе говорю, он больше выглядит. Он у него плечи больше выглядит. Да в смысле вообще? Не, на камеру вживую-то меньше. Качеством Эвалар я очень доволен. Потребляю глютамин от Эвалар уже более 3 лет. Если хотите иметь такой же крутой глютамин от Эвалар, по ссылочке в описании, друзья, на fitmarket.ru с промокодом Shredder 10% скидка. Можете приобрести и будете такими же крутыми, как Shredder. Но на самом деле чудо по росту силы мышц не будет. Они не для того. Для того, чтобы восстанавливаться и чтобы меньше болели мышцы, чтобы меньше болеть в целом и чтобы тренировка легче проходила от начала и до конца. Вот для чего глютамин. Понеслась. Так, по какому стандарту подтянете? Золотой? Нет, золотой не смогу. Понимаю. Ну что, вы стандарт придумай, что ты, я не знаю. Леш, давай так сделаем. На праве твоего старшинства ты подтягивайся как хочешь, я подтягиваюсь как хочу, но руки всегда разгибать и стараться, чтобы подбородок... Короче, смысл в чем? Это серебряный стандарт без палок. Не, вот смотри, без палок, но вот у тебя иногда бывает. Я, например, какие-то подходы могу сделать вот так, понимаешь? Весом, да? Ну, у меня ноги иногда уходят. Я их сую не спереди, я вот... Гири у тебя сзади? А, это халявный стандарт. Ха-ха-ха!
короче, делай по своему стандарту. Я вот самое главное, что не как вот этот делал, я вообще не понял, типа, тягивай. Там просто вы горлом коснулся, да. Ну, ты уже слишком. Ты так делаешь, Серега. Чтобы вот так голова была. Все остальное пофигу. Ну, и руки вот у меня. Почему? Почему? Чем серебряная подвоза? Единственная фишка, внизу не нужно палой. То есть можно 8 там нон-стопом, допустим, сделать, остальные добить паузами. А в золотом стандарт отличается от корявого? От корявого очень много чем. Чистый. А у корявого 10 разных вариантов сделать криво и сэкономить силы. Как в рыжем стандарте. Корявый вот рыжий стандарт. Да, да, да. Рыжий стандарт, бля. Рыжий стандарт. Нет, давай, Яша, ты смотри. Я буду стараться вот прям серебряный. Я либо делаю золотой, либо серебряный, это когда внизу не нужно палку. Серебряный, давай золотой. Серебряный. Хорошо, я не буду делать. Все. Яша выбрал серебряный стандарт. Напомню, от золотого он отличается тем, что внизу не обязательно делать паузу. Но все так же, до горла, тело ровное. Да. Ну, чуть-чуть ноги, ну чуть-чуть. Не, ноги чуть-чуть можно вперед, если они не дергаются. Да, в идеале, конечно, гиря должна быть спереди. Для серебряных золотых. Ну ладно, ты давай, я сделаю спереди, чтобы все было почетнее. Так, серебряный стандарт. Я ж как его сбиваю. А мы же не такие, как он. Мы выше этого. Вот смотри, вот ему как будто тяжело, а делай. Он уже все спекается. Не-не-не. Нет, не, не, сделай вообще ни один из тех кухни. Че, неужели, Леша, я может быть здесь сегодня вот сделаю? 15. Какие эти 10? Но не считается, считается, 11. 11. А я 12 сделал. Осталось только гирю добавить. Гирю сколько? 50. Да не, Леш, тебе не верят, только дураки, если честно. Тут уже даже без этого. 11 по серебрику. А я по золотому делал. Браво, браво. Это из-за того, что долго не подтягивался, тяжело было? Ну, я с весами как бы особо в последнее время. Я в основном наваливаю предплечье. Оно там, вот мне было интересно, я тоже начал бицепс скачать и предплечье. Оно помогает в подтягивании? Ну, знаешь что, с точки зрения сгибания рук помогает, но спина начинает немножко проседать, потому что ты ей уделяешь меньше времени, и забивается именно спина. Ну, как бы она не позволяет. Раз! Два! Это он разминается. Соблюдаю законы, физики, блядь. Закон сохранения энергии. Друзья, вот так отдыхают по золотому стандарту. Жить, как говорится, хорошо. Так, друзья, Яков Летов заходит на посыточку. Гиря 50 кило, подтягиваться будет... Ну, предположительно, по серебряному стандарту. То есть он вот так высоко, прям до шеи, лицо ровное практически. Внизу напрягаем руки, но внизу паузы не надо. Это серебряный стандарт. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 8, 9, 10, 11, 12. Чемпион! Чемпион. Я хотел 15. Ну, немножко не по серебряному стандарту, но качественно потянул. Не умеешь делать натяг. Ты, блядь, первые 8 повторений, ты, блядь, 30% лишних усилий. Просто, блядь, зачем это? Чтобы Леша ничего не сказал, блядь, что руки не выпрямил. Сам себя этим загоняешь. Делай. Надо столько, сколько... Ну, мощно. 12 повторений, качественных, высоких.
Мало. Ну ладно. Мало? В следующий раз. В наушниках он делает больше. Если повар придется этому стандарту делать, то 14-15 раз. Я видел, он 15 делал. Да? Сейчас 12 делал. 15 делал. Вот, я тоже 15 делал. А, я 15 до горла делал. Я всегда такой. Какие они интересные эти спорты. Я делал столько этого. Да, покажите на камеру. Вот, вот так же вообще не понимаю. А еще не понимаю, как Фищук вот так делает. Mm-hmm. Что он делает, вообще не понимаю. Это спина слава. Короче, сделал больше Шредера. Вот такой чемпион, друзья. Он мне поддался специально. Он знал, что я 12. Новый чемпион. Шредер уже старый просто слишком. Я слишком стар для всего этого дерьма. Вячеслав, на руках будем бороться? Вначале накрути роли Томпсона, а на следующий день мы с тобой поборемся. А, то есть ты не хочешь травмироваться перед боем? Загружать руки, да. Не хочешь загружать руки и связки? Просто испугался. Потери в городе. Ну ладно, друзья, да. Боец ему непривычно, он может травмироваться. Ладно, отложим это на когда-нибудь потом, может, когда-нибудь он согласится. Жалко.